Доброго дня всем. Давайте посмотрим, что же у нас новенького на эспланаде и на болотной тропе. Тут была немножко большая задержка со строительством. Но причина тому, что был большой мор весной чаек по птичьему гриппу. И тут никакие работы не проводились. Ну, посмотрим, что здесь новенького, что доделано, что не доделано. Рыбачки облюбовали это место, болото.
Ну, на этом и все. С вами был канал «Деревня в городе», и я Евгений. Всем мира и добра. Пока-пока. До новых встреч.